Итак, всем привет, меня зовут Бессонов Аркадий, и мы начинаем с вами интересную рубрику для тех, кто любит армрестлинг, армрестлинг из президентской академии для простых смертных. Вот, и сегодня у нас в гостях известный московский спортсмен, вот он. Он очень скромный. Это Шерзод Якубов. Приветствую. То есть он пришел сегодня к нам, чтобы поделиться опытом, побороться с ребятами, вот что-то показать нового, интересного. Вот, Шерзод, расскажи немного пару слов о себе. То есть сам ты откуда, когда стал заниматься армрестлингом? Ну, наверное, армрестлингом я начал уже заниматься с 13 лет. Вот. Сам я как бы родом с Узбекистана. Вот. Выступал там в республиканских соревнованиях, так, на чемпионате Азии. Между прочим, да, чемпион Азии по юниорам. Да, по молодости. Ну, и потом как-то судьба меня закинула сюда, в Москву. Теперь тренируюсь Христофора, Ивана Матюшенко. Кстати, очень хороший тренер, мне прям помогает. Развиваюсь только так. Вот, и сегодня Шерзод нам покажет, то есть, несколько эффективных упражнений вот, для простых ребят, которые только начинают заниматься армрестлингом, не для профессионалов, мы не претендуем на уровень там, высоких титулованных заслуженных тренеров, ну, то есть, что-то интересное мы всегда сможем показать. Итак, Шерзод, одно из любимых и профилирующих видов, вернее, один из профилирующих видов борьбы нашей секции, это, конечно же, пронация, борьба через пронатор. Поэтому Шерзод сейчас расскажет очень интересный способ, как можно прокачивать пронатор. Антон Хритов показывает просто пронацию, и сейчас получается у нас, да, то есть сейчас одно... Шерзод будет исправлять и говорить, что же надо делать. То есть у нас один подход заключает в себе три этапа. То есть первый этап у нас динамика на пронатор. Вот, он сначала отработает на пронацию. После того, как он уже устал работать на пронацию, мы уже работать начинаем в угле. То есть уже с углом, то есть да, ты ложись, переваливаем на бис и поднимаем на. И все это делается, конечно, в темпе, то есть в быстром темпе, то есть очень быстро. Да. Это уже второй этап, и причем без... Там, то есть у нас ограничения в повторениях, мы работаем до бассейна, пока рука полностью не отключится. И сколько таких подходов нужно делать спортсмену? По-хорошему 5-6 подходов, как бы, ну, с хорошими весами, да. Вот, после того, как мы уже поработали уже на угол, то есть мы уже подсаживаемся полностью. Ага, угол закрыли, и уже закрытый пронацию, мы просто живем. Дорабатываем. Да, ну уже нас спасен устал. Так, он уже устал, давай сейчас еще раз, чтобы подытожить, пригласим другого спортсмена. Заодно покажем, как. И заодно покажем интересный вид вязки ремня на кисти. И Шерзод сразу же будет корректировать. Да. Итак, то есть накладываем на кисть. Да, фиксируем это место. Сразу под пронатор большой закрой. Палец. Ага. Фиксируем оборотом вокруг кисти лямкой. Локоть опустил, вот так и сделал. Вот, отлично. И делаем еще один оборот вокруг. Зажимаем в руке и создаем небольшой объем. Да? Зажимаем. Ножку вперед. И еще раз демонстрируем три этапа. Да? Какие этапы, Шерзод? Повтори на нем. Первый у нас этап именно работа на пронаторе, это динамика. Вот. Тут мы стараемся прокачать именно пронацию. Да, я говорю, меньше корпус, да, больше вот. Рукой. Да, меньше корпус, такой рукой сначала, да. А тут тут чуть покороче. У нас закручиваем получше. Вот после этого мы уже работаем в углу. Да, это уже второй этап начинается. Работа в угле. Имитация нашей борьбы. То есть нас утащили, мы пытаемся его поднять, перебороть, переломить, раскручиваем. То есть углы остаются, да, но пронатор вращается. Да, пронатор заслаивается. А теперь уже заключающий, то есть когда уже мы вытащили третий этап, тут мы уже раскрыли кисть сопернику, это мы уже. И уже с фиксированным пронатором, да, то есть он с закрытым пронатором, он уже делает правильно. Итак, следующее очень интересное упражнение на прокачку кисти и луча под верх. Это вот сейчас нам расскажет Шерзод. То есть берем небольшую гантельку. Для начала, и очень интересный дальше. Способ выполнения. Упражнение так называемый натяг, но интересный способ выполнения и фиксации. Получается, да, через пальцы, то есть она на бойки убегать не должна. А, только вот на пальчиках, ну, в принципе, это все прекрасно знают, но как бы не надо это забывать.
Вот, и так, задача... Обращаем внимание на постановку локтя, да, за столом. То есть как это делается? Локоть мы не ставим, в принципе. Да. Она у нас как бы на весу. Ну, для чего нам нужен стол? В момент, когда ты опускаешь, пусть будет удар, как бы помощь тебе, да, для подняться наверх. Потому что, когда и опять же, исключает сильную травму и уменьшает, да, нагрузку, да, на позвоночник, что, да, немаловажно для начинающих спортсменов. И ты пошел. То есть, когда ты уже ставишь большой вес, в момент если опускания. Ты ее положишь, большой вес ты опустишь, и ее просто не поднимешь. Когда ты его держишь на весу, когда ты его уже ложишь, в момент удара она просто инерция ее закид наверх. Вот. Вот такая система. То есть. И движение, значит, кистью у нас идет, да, получается? Да. Только кистью. Опять-таки, до конца мы кисть не выключаем, не открываем, потому что тому уже смысла нет. Вот. Значит, работаем кистью и плечо лучевой мышцы. Да. Здесь, что, в принципе, вот, плечо лучевая, то есть касания особо нет. Падает. Ой, уже забился. Уже не стал. Итак, давай Марка попросим, попросим выполнить упражнение, а ты сделай паузу. Поехали. Да, повторение. Итак, то есть хват берешь. Вот, чисто через пальцы. Сюда. Вот так, ага. Да, сейчас. Не, слышишь, вот на эти косточки, она не положена. Вот между, вот, между байками, между пальцами, да? Так. Отлично, ага. Смотри. Рукой фиксируем за стол. Между грудей поставь, между грудей. Хватай рукой. Вот так, отлично. За стойку хватайся. Да. Так это натяг просто. Да. Это и есть натяг. Чуть-чуть развернем, чтобы отлично. Так больше вес надо. Я не знаю просто, какой пойдет, у меня это очень слабое. Ну, такой чисто. Такой. Ага, отлично, прям вот на весу. Ее держи немножко. Ага. Вот, работа на весу. В момент ложиться, ты ее поднимаешь. Вроде бы стандартное, простое упражнение, но способ исполнения очень оригинальный. То есть уменьшается нагрузка на позвоночник. Всегда есть страховка руки, чтобы если рука будет отказывать, она будет упираться как раз в стол. И кисть, соответственно, тоже не травмируется, потому что все равно близко точка опоры. Итак, смотрим на Марка, другая рука. Короче, амплитуда, короче. Между солнечным и лучевой. Чуть вот как кисть нужно здесь подгибать чуть-чуть к себе, вообще, или нужно держать ровно? Надо ее делать как бы в ровном положении, да, ага, ровно. Ровно даже полегче. Все. Не, на самом деле вообще она убивает, конечно, кисть очень сильно. Уля. А вот, со слабыми. Итак, да, следующее наше упражнение, то есть третье на сегодня, очень интересное тоже. Это упражнение на кисть. На кисть, на старт, на рывок. Итак, сейчас Шерзот расскажет, что же, в чем заключается особенность этого упражнения. Так, ну, то есть тут у нас работа. Мы только стараемся выработать именно удар кистью. Работаем абсолютно с расслабленной руки. То есть она у нас расслабленная. И мы делаем удар. То есть. Да, все, опять-таки, она у нас расслаблена, опять-таки, сболтать, сделаем удар, да. И вот так вот с большим весом поехали, ага. Да, составим положение. Да. То есть рукой движение небольшое, да, амплитуда небольшая, главное кисть. В основном кистью, да? И у нас самое главное, то, что вот всегда она у нас расслабленная. То есть мы с напряженной, со статичной положением не начинаем, то есть с расслабленной. Вот. И в борьбе чем может быть полезна, то есть эта техника? Старт, конечно, старт. Это старт, да? Реакция. Импульс хороший вырабатывает. Реакция, конечно, дали старт, и ты уже как бы захватил. Вот. Что я еще могу сказать? Возможно, наверное, даже это делать под команду, да? То есть один твой коллега, конечно, спортсмен, то есть командует, да, и ты стартуешь, именно, да, и сделаешь. Да, да. Вот, посмотрите сами, как у него вообще, в принципе, получается, да? Очень быстрый рывок, очень быстрое движение с кистью. Потому что не класс, опять не ожидать, что у тебя будет очень сильное движение с кистью. Почему не ожидаю? Да? Ну, я обычно всегда ожидаю удар либо в бок, либо на себя. А что вот именно закрутить?